Привет, с вами установочный центр ПК. Сегодня у нас Hyundai Tucson и установка магнитолы на андроиде. Значит, это бюджетный вариант магнитолы, но при всем при том, что здесь все равно яркий IPS-ный экран, 2.32, 8-ядерный проц, и работает она хорошо и быстро. По пластику подходит все без проблем, четенько, выглядит красиво. Подсветочка синенькая, прекрасно работает. Камеру заднего вида мы установили свою, самую широкоугольную, прекрасную камеру. Прекрасный угол, весь бампер практически отображается. Штатный мультируль работает. Громче, тише, вперед, назад, поднять, положить трубку, кнопка с навигацией. Все это дело работает великолепно. Поехали в Сбербанк. Маршрут построен. Ой, очень громко я включил. Вы приехали. Голосовые подсказки работают. Штатный USB работает. Запасной USB-шник в бардачке. В нашем интернет-магазине pkauto.com есть варианты магнитол всех вариантов. От бюджетных до, скажем так, премиальных. Поэтому, если вы хотите подобрать магнитол к своему автомобилю, обращайтесь к нам, заходите на сайт, заполняйте форму или пишите нам в WhatsApp или звоните. От бюджетных до самых крутых все варианты есть. Ставьте лайки к нашему видео, подписывайтесь на канал.